Утро, это Коста Люминоза, пятница, 4 августа, мы прибыли в Катор, жалко не увеличивается, ну вот, это по идее ветер что ли, 4-8 метров в секунду, вот мы стоим, пошли посмотрим, как это выглядит, вот отсюда, мы на второй палубе. Сейчас выходим, там, похоже, есть пляж, ну, естественно, будут сувениры. Привет всем путешественникам клуба Incruises, а также инвесторам компании Skyway. Вот Оля с Ромой, мы бежим на берег. Уже позавтракали, попили кофе. Это лайнер Costa Luminosa. Кто желает путешествовать с 50% скидкой, ссылочка под видео, а также мой скайп, задавайте вопросы. Всем пока!